ты почему на нашей машине сидишь? Да. А что не нравится? Ну а где Ксюша? Мам, я здесь. А почему сидит за рулем этот товарищ? Мам, ну я же не могу все время за рулем сидеть. А как? Что не нравится? Ну эта машина наша. Нет, эта машина уже не ваша. Как эта машина не... наша. Потому что с Ксюшей мы уже живем вместе, мама. Мам, он шутит. Нет, так не пойдет. Нет, пойдет, мама. Вы настоящий альфонец. Ну это вам так кажется. Конечно. Мамуль, идите покушать, что-нибудь сделайте. Сейчас приедем в гости. Я хочу есть, идите покушать, сделайте, попозже приедем. Я саратовский проходимец. Саратовский проходимец капитально.